О деталях Вениамину Кондратьеву доложили вице-губернаторы, профильные министры и руководители городов и районов. Хороший темп набрали проекты, связанные с безопасностью и качеством автодорог, демографией и культурой. Национальные проекты – это проверка должностных лиц всех уровней на мобильность, организованность, профессионализм, результативность. Это единственный шанс сделать рывок и экономический, и социально-бытовой, и в целом рывок благополучия жизни жителей нашего региона. Давайте этим воспользуемся. Мы и национальные проекты живут в одном алгоритме. Только тогда будет результат. Коллеги, я других способов не вижу. Я к вам ко всем с большим уважением отношусь. Но здесь надо работать, еще раз подчеркиваю, 24 часа в сутки. И к этому вы должны уже быть готовы. Губернатор напомнил всем о персональной ответственности за срыв срока в реализации национальных проектов. Спрашивать будут как с краевых чиновников, так и с руководителей на местах. Видите, буквально в следующем координационном совещании вопросом именно состояния реализации национальных проектов в муниципалитетах. И там же также главы, которые пробуксовывают, чтобы были поименованы в протоколе координационного совещания, чтобы еще раз подчеркиваю, к ним можно было предъявить дисциплинарную ответственность за невыполнение национальных и региональных проектов. Чтобы полностью реализовать национальные проекты, в крае должны выполнить 46 региональных. Все они разбиты по 11 направлениям и затрагивают самые важные сферы жизни – от здравоохранения до экологии. В текущем году на выполнение региональных программ предусмотрено 24 миллиарда рублей.